Твой старый друг Дреппин лежит запутанный в собственных кишках, а глупая Флидия прибежала сюда, чтобы по-матерински обнять тебя, и валяется изрубленная, словно монстр, которым она почудилась тебе. Не иначе у богов не осталось никакой жалости к нам, несчастным смертным. Да ну нафиг. Ура, драка против Гориона. Всем привет, жизнерадостные любители приключений. С вами 79-й раз прохождения Baldur's Gate. Привет, с вами все те же сэр Рандор, сэр Валинар, сэр Холмс, Baldur's Gate, канал Двугородных Сэров, что там еще мы обычно говорим. Я в прошлой серии думал, что 73-ю мы записываем, и оказывается, я слегка ошибся. Ну да, я думал, что 220-ю. Ну да, мы все, бывает, ошибаемся. Мы находимся под Кэндлкипом, пытаемся избежать несправедливого наказания. Ух ты, сколько тут. А помнишь, как ты прошелся в крепости Дуршлага, да? Сразу по всем трем ловушкам, как раз уплотнило просто нас всех там и всю крепость. Так, что тут у нас? Это беседка какая-то. Это зловещая херня. Там книжка у меня, эта книжка. А, кстати, Вол, можешь опознать? Том. Вол там, Том. Том? Том. И кольцо. Да. И сейчас придется повыкидывать что-то. Нужно будет отдать это. О, Вол выкидывает. Череп ловушка, что это такое вообще? Это ловушка. Ну, это типа бомба такая. Да, мина как. Так, фолиант понимания. Мудрость навсегда повышается на один. Это мне нужно. Выкидываю. Свиток защиты Хези, что это кольцо. Пропуск. Баталисты. Кольцо сопротивления огню. 40%. Кому надо? Ну, у меня есть место для свитков, в принципе, можешь мне дать. Не, кольцо, ну... А, кольцо. Если вам не нужно, то я могу взять сафани. Если нужно, то сами носить. Оно мне лучше в любом случае. Ну, вот, ну, давайте я выкину его. Свиток. Вот, кстати, Холмс, может положить свиток защиты от кислоты. Я не знаю, Джахейра может его использовать или нет. Скорее нет, чем да. А может быть, может. Сейчас я разберусь с этими вещами. Так. Халидис, она может. Тогда плюс один. Можно отдать кольцо. Все, разобрались местом. Все, идем дальше. Угу. Так, стой, Холмс, давай тебе скину тогда кольцо. Давай. Тебе не надо, что ли? Ну, нет, ну, он живой, ему больше пригодится. Там, кстати, история у него забавная. Ну, кольцо. Да, кольцо сопротивления огню. Пропуск баталисты. Великий маг баталиста собирался использовать этот предмет для облегчения своих путешествий на план огня. И говорят, что он несколько раз вызывал саламандру из этого мира, которая помогала ему в создании кольца. Она, наверное, молотом по наковальне стукала лапами. Будучи неосведомленным об их терпении, ему не следовало бы так донимать своего консультанта. Палец, на котором было это кольцо, действительно оказался нетронутым, когда Инферно ворвалось в его башню. И будь этот палец на своем месте, возможно, баталисте повезло бы больше. Да. Перейдем вниз. Слушай, хорошее кольцо. Защита от огня, это приятно. А у тебя мудрость уже получается больше 20 даже стала с этой книгой. Ну, Сафана. Не 22, к сожалению. Теперь по-другому отображается без капюшона. Ну так глики просто. Так, тут нет ловушки. А, есть ловушка. I'm here to help. Заперто. Так, ну там зелье. Только у меня опознавалка, если что, только одна осталась. Мне нужно будет отдохнуть, если там нужно что-то опаздывать. Свиток дурацкий, который можно опознать, ну такой. А, ну свиток, да, дурацкий. Зелье невидимости. Так себе. Куда мне?
что заклинание пропало. Дайте сохранюсь, ребят. Окей, сохраняю. Так, нам налево сейчас. Ну да, больше. Так, сейчас, секунду. Катакомбы под Кандлкипом, да. Ну откуда там столько трупов? Да не может быть столько трупов. Если бы было столько трупов, то все, кого мы встречали, должны быть топельгангерами. Ну или... Ну да, так, наверное, есть все допельгангеры, кроме нас. А в конце кажется, что мы допельгангеры. Только допельгангер, который притворяется допельгангером, чтобы никто не догадался, что он допельгангер. Что он допельгангер, допельгангер, гер, гер, гер. Нет, напоминает это сцену из Остина Пауэрса, когда он в начале первого фильма... К нему подходит такая барышня, вот, а он ее со взмаху просто бьет кулаком в лицо. Потом, когда камера возвращается, причем она выглядит как настоящая женщина, потом камера возвращается обратно, когда лежит на земле, уже видно, что такой небритый мужик со щетиной в платье просто. Он говорит: «Я разоблачил, это женщина!» Вот так и здесь. А во второй части он уже дал в нос маме этого начальника разведки. Ой! И она оказалась нормальной. Вот так и мы будем всех избивать, подозревая в доппельгангерности. Сарафана наступила. Это в принципе. Сбрасывается, потому что поиск, если обезвреживаешь. Актуальная тема. Так что тупик, что ли, был? Ну, может, там дверь потайная есть? Не-не, ничего нет. Ну пойдем обратно. Просто ложный проход. Нормас. Ой. Здесь не тупик. А кто-то же тут зажигает факелы вот эти. Да. Урдалаки? Хоть... Ну, упыри перенимают на себя эту обязанность. Назначают дежурного по фекалам. Ну там, кстати, женщина же была доппельгангер, она может... Что, она просто такая злая, потому что ей... некому бы ее было заменить. Поехавши. Ей пришлось две смены отпахивать подряд. И коридор, конечно, эти... Надо фильм снять. Подлечить надо бы Сафану. Да, сейчас. Ой. Дай сохранюсь. Сохраняю. Доппельгангерец. Сила двух сердец. Или доппельгангерец, серый ланец. Possibly destruction too, maybe even drama. I'm here to help. Может, могила Лаунду того? Куда теперь топать? Там еще проход дальше есть. А, еще проход. Звуки встревоженного Валенарда. Это звуки ветра, который тут блуждает. Который кто-то пускает.
Где тут опять ловушка должна быть, наверное? Выходи! Выходи, красный мерзкий квадратик! Вы почему оставили меня? Ой, пауки, пауки! Они считаются нежити? Я сейчас... Нет, вряд ли. Нет, не думаю. Почему? Что? Это же не Disciples. На! Хирак. Волк, ты умираешь. Ой, яд! Яд! Дайте мне кто-нибудь противоядие. Сейчас скину. Скинул. Спасибо. А чё это? Не получилось? Ну, нажал выпить глоток зелья. Он выпил его? О, сейчас выпил. Нет, о, теперь выпил. Наконец-то. Так, надо вылечить Вола. А сейчас Сафана я вылечу. По-моему, я паука разуплотнил в тот момент, когда он телепортироваться начал. Я могу туда еще профилактически фаербольчик пустить? А там да нет, там никого не осталось. Да. Точно никого, да? Ну, может, дальше где-то разве что, там, в следующем зале. Так, дайте сохраню. Сохраняю. Пауки, надо же. Паутина такая вот справа. Угу. Нагадили тут, напаутинили. О, там проход какой-то. А, это контейнер. Статуи это какие-то. Это ловушка. О, там еще один там. И мать плащ. Вол, вперед, Вол, опознавать. Вол, твоя помощь. Все, тут так, мне больше. Надо будет отдохнуть, чтобы опознать что-то. Ну тут как раз, я думаю, мы можем отдохнуть. Мы исследовали так, все. Так, сила навсегда повышается на один. О! Что? Сила? Mm. Это, наверное, Холмсу пригодится. Ну, Холмсу, да, наверное, нельзя, правда. Да, Холмсу надо силу. Че, давай сохранюсь и попробую, да? Да, у тебя, потому что сила не просто 18, а 18.97, то есть... Я, кстати, так и не понимаю, почему такие дробные значения. Ну, я сам плохо это понимаю, да. Это лучше, чем ну, просто есть... 18? Ну, да, но... То есть, ну, если бы у тебя было просто 19, то ты бы прочитал, если бы у тебя стало бы 19. А сейчас я не знаю, как будет. Ну, ты его прочитаешь, ну, давай, тебя... надо это проверить. Ну, да, давай. Сейчас сохранюсь, если что, загрузим. То есть, если станет 98, то это, ну, намного лучше, наверное, будет. Или нормально. Сила увеличена. Стало 19. Ну вот. Это нормально. Плохо? А, нет, это да хорошо. Нет. Думал, хорошо. Ну, я думаю, что стало лучше. Тем более тебе сила больше нужна, чем мне. Так, сохраняюсь еще раз. Мы отдыхать будем или что? Ну там плащ, да? Ну, ну, плащ не можно оценить, попробовать. Давай, да, отдохнем там. Если нужно, там, перетасуйте заклинание. Кстати, да, возможно, стоит. Давайте как в Таркове. Я встану тут, буду крыть проход. Вот так, нормально. Прикосновение упыря. Я менять мне вроде бы особо нечего. Ну, зачем тоже ты мало заклинаний? А что дает тайное слово, интересно? А, снимается заклинание. Не, ладно, ничего не буду менять. Можно отдыхать. Отдыхаем. О, нет! Что там? У меня еще катсценка. Там урдалак. Один? Один. Я сразу катсценку, кстати, выключаю.
it for. Еще раз попробуем. Так, стойте. Да. Стойте. У меня заклинание там забилось одно. Почему-то. Какое? Или мне дали дополнительное, потому что у меня мудрость. Ну нет, не дали, наверное. Просто забилось. Не дали. А, кстати, пока мы же можем сделать. Мы же можем сделать вот так сейчас. Даже хорошо, что мы не отдохнули. Дача, перец. Как? А вынести? Сейчас же я бабой полечу у нас. Так, лечится. А, кстати, я Холмс еще может полечить. Заставим мать, побыть нежить, развить магию. Ред. У меня, кстати, тоже есть ловушка, похоже заклинание на череп-ловушку. Ну, я думаю, это заклинание стоит взять, потому что я хочу его использовать. Так, у меня вот снять паралич, там откуда? Почему я его учил снять паралич? А чего у нас? А у нас была какая-то проблема. Ну, с упырями, с теми же, по-моему, да. Хотя я попробую сейчас зелье гениальности выпить. Так, может снять проклятие, может там у Холмс есть фигня какая-то, кубок, который проклятие насылает, да? Либо вылечить болезнь могу. Ну, с проклятиями, в принципе, проблем нет у нас. У Халида контрит со шлемом это проклятие. Угу. Кубковое. Так, ну я могу либо еще одну вылечить среднюю рану, либо вылечить болезнь. Можно ну, болезнь более, попробовать. Бурдалаки тут. Так, ну. Бурдалаки. Удержание, яд. Бурдалаки. Мне еще хорошо. Мне сразу вспоминаются канделаки. Угу. Так, лечиться будем, что ли, мы все уже? Ну, я полечил всем, чем мог. Я нимфой полечил. Давай попробуем еще раз отдохнуть. От суеты. Ну да, давай. От подземной суеты. Так, я сохраняю игру. Холмс вот стоял в двери, а вурдалак нас обошел и напал сзади. Поэтому Харит стоит чуть сбоку. Прям как дикий вчера. На волу напал. Так, вы тогда поставьте самых слабых в центре, там, вола и... Да нормально так, мы убежим. И отдыхаем. Мы убежим. Опять нет. Пришел. И на нимфу напал, извращенец. Может тогда пройдем к выходу и там поспим? Пойдем. Так, больше здесь проходов нет, кроме как-то выхода из локации, да? Да. Хотел бы вот такую игру, но от третьего лица, наверное, кооперативную, похоже на Властелин колец тоже, может, ну, поинтереснее, вот, с прокачкой. Ну да, там, с открытым миром, наверное. Ну да, вот, ну, потому что это, ну, вселенная, не знаю, мне кажется, очень интересно. Ну да, да. Так, все пришли, попробуем отдохнуть, да? Угу. Еще раз сохраню сейчас. Нимфа потерялась. Она разоплотнилась. В Нимфляндию свою пришел. Улетел. Опять он упырь. Упс, прокачиваемся бесконечно. Еще? Опять врагам. Давай последний раз попробуем. Если не получится, то хрен с ним. Нет, не получилось. Какие упыри, они так приходят добросовестные каждый раз. Они тут рождаются, они тут. Давайте я сохранюсь последний раз и пойдем отсюда. Давай. Уходим. Только такие разбили палатку, залегли и тут сразу... О! Это что? Дрепин. Отравить Нессу, да? А я еще собирался оставить эту крепость, чтобы путешествовать с тобой. Арар, плотская тварь. Ах, что за Нессу? Все, пришла плотская тварь. Плоская?
Ну, баба, которую мы убили вначале. Точнее, доппельгангера замаскированного. Нет, ее Фильд звали. А это Наска, да? Какая-то. Ты даже не знаешь, Ар, да, о чем он? Я не помню. Поехавший, короче. Да, на наркоман обкурил. Может, ее настоящее имя было Несса? А, ну, доппельгангерское имя, да? Так, давайте сохраню еще раз. После каждой стычки стараемся сохраняться. Так, Арка, давай, куда идем? Вдоль правой стены, направо или налево? Мне хочется направо пойти. Да без разницы, на самом деле. Слушай, а по-моему, мне уже не добавляется это... Че? Опыт. Почему? Достигли предела развития? У меня уже вот как было вот до следующего уровня 89 тысяч. Как бы мы не убивали, у нас остается 89 тысяч. Надо вот проверить. Нет, ну предел тут есть. А, слушай, у Холмса тоже. Ха. Ой, там какие-то карлики стоят по центру. А у всех 89 тысяч? Ну вот кроме Арандора. Это где это? У Джахейры 9 тысяч осталось. Ну нет, у меня 161. А почему тогда Сафан 10 уровень, у всех остальных 8 максимально? Ну, некоторые классы прокачиваются больше, то есть у всех лимиты разные. Так, Арка, что ты говорил, куда ну, идем-то? Баланс, в общем, такой. Да без разницы. Смотрите, кто тут напоносил кто-то на колонну. О, Арканис, во имя богов, эта тварь была молодым Дреппином. Что происходит, Холмс? Оп, попросил нас разыскать тебя здесь, но это гораздо хуже, чем любая из его самых страшных иллюзий. А мы его не встречали, этого гнома, где-то уже? Нет. Не, по-моему. А, кстати, вообще не припомню, ну, что будем портрет был. Так, а мы его встречали? Ну, да, видимо, нет. Ну, мы с ним говорим, как будто мы давние знакомые какие-то, он, видишь? Ну, да. Ты должен помочь мне, эта тварь была таким... Может, беги отсюда. Да не, у него портрет есть, он не доппельгангер, поэтому первый вариант. Это долгая история, Арканис. Просто ты должен помочь мне выбраться отсюда и как можно быстрее. Я могу доверять тебе? Да, дитя, ты можешь доверять мне. И Дидиару тоже. Я не знаю, чем мы можем помочь тебе, за исключением пар сильных рук и зорким глазом на иллюзии. Мы проводим тебя до выхода из этих склепов, но не дальше. Нам нужно сообщить об ужасах, что скверняют это место. Ну, и чё, и куда? Видите, кто-то напоносил на столб? А вон его друг. Кстати, я вообще не помню вот их, если честно. Слушай, они, похоже, нас будут сопровождать. Ну-ка. Нет? Да, смотри-ка. Он прям так плохо сопровождает навязчиво, что ж подталкивает вперед меня. Это друзья Холмс такие. Здорово, братаны. Друзья детства, которые так и не выросли. Дидиар и Арканзас. Дидиар и СДД. Так, здесь, наверное, ловушки могут быть тоже. Слушай, тут... Лазутчик, предатель, воюешь за крыс, да? Воюешь за крыс? За Скавину. Изменчивость у тебя в крови? Непостоянство ветра. Это про тебя. У нас есть название для таких, как ты. Крыса-мерзавец. Вот ты кто. Крыса-мерзавец. Да, крыса-мерзавец. И нет среди нас таких, кого бы я не попросил. Не попросил. Не повесил собственными руками. Ладно. О, о. Смотри-ка, крыса-мерзавец. Это какие-то поехавшие доппельгангеры. Да-да-да. Они, по-моему, слишком сильно входят в роль. Крыса-мерзавец. Это какая-то древняя уборная, что ли? Нет, ну древний они, плоский, наверное, туалет без дырок. Принимают облики и часть воспоминаний же, наверное, должны забрать. Или убить кого-то, или нет. А, слушай, да, я сохраню сейчас сохраняю. Не знаю, каким образом они. Так, куда гном подбежал? Поехавший гном. Ловушки есть, надо их защищать от ловушек, наверное. О. Парда. Ищешь моего утешения, не так ли? О, да, я покажу тебе сладкое безмолвное утешение, ничтожество. Ваше время вышло! Ой, Дидиар напал на скелета.
Там скелет! Ого, нифига там скелетов! Ой, блин! Ой-ой-ой-ой, надо стрелять туда. Лучше стрелять, да. Прям даже. Ты его же убьешь. Не, не, все нормально, все под контролем. Я попробую их изгнать. Так, сейчас, секунду, я стрелы другие возьму. Так, ну и валить бычье. Так, я готов. Подожди, нет, не готов. Да, готов. Отжимайте по готовности. Не попадешь на слово? Филигранно. О, еще толпа. Вот это толпа! Вау. Я стреляю туда, не идите. Ну он бежит. Ай, не стреляю. Репутация понизилась на 10, на 4, на 2, на 1, на 1, на 1. Мы можем загрузиться. И все нас покинули. Не, ну нам придется загрузиться. То есть, если с ним кто-то бегает, лучше, ну вот. Вот это прикол. А че они так обиделись? Не, нифига себе, подумаешь, встретили каких-то двух левых гномов, которые, возможно, доппельгангеры, потому что они поехавшие. Ну и они пали, и что? Ну нет, они же тоже имеют мозги-то. Наши спутники, они видели, что у гнома есть портрет, значит, он не доппельгангер. Холмс разговаривал с ними как с давними какими-то приятелями. Значит, мы убили наших приятелей, и это плохо. Ладно, давайте я сделаю так. Я пойду заранее туда стрельну, пока там никого нет. А вот с этими мы сами разберемся. Ну или давайте сейчас стрельну. Ну там уже арка. Но они же уже бегут. Ну я их и загоню сейчас, они, может, умрут. Ну, иди в дальнюю кучку, разбирайся с ним. О, прикольно. Я их могу, то есть, без опасности для наших. Я хочу на это посмотреть. Ну, они, кстати, уже заметили, бегут туда. Ой, там же доппельгангеры еще. Блин. Он на Сафану напал. Хочет сладкими безмолвным хлебом накормить. Они, кстати, похожи, знаете, на кого доппельгангеры-то? На инопланетянина из американского папаши. Вот еще один. Что-то он... Так это наш друг. А. DDR. А где гном? Ах, мне так понравилось в толпу скелетов стрелять фаерболом, это так сочно. Слушай, да, где второй? Может, там остался? Скелет, смерть, скелет, смерть, скелет, смерть. По логам ничего. Вот пес остался где-то он. А слушай. Нет, показалось. Так, ну по кругу может лучше пройти. Давайте сделаем круг. Может, кто-нибудь бежит. Так, дайте сохранюсь. Ладно, после этого, парни. Принеси арбалетные стрелы, я сказал. Это же пачка болтов, да? Да. Надо было приказать тебе начисто вырезать мои сапоги и куча мяса. Убиваем всех своих приятелей. Да. Так, сейчас сохраняюсь. Скоро сами как дурлак. Угу. Слушайте, тут, по-моему, игра вообще такую острую социальную проблему доппельгангеров поднимает, потому что вот всю вторую половину игры только они главные неприятности все доставляют. А вот так он один, да, ДДР этот? Я думаю, сначала вот здесь стоит все. Такие комнатки одиночные. Каран. Тупица, чванливое животное. Я пытался учить тебя, пытался сделать тебя мудрее, но это все равно, что молить зентийца о сострадании. Вот такая-то отсылка к нации, да, какой-то жестокой. Ну да, это вот
где-то, где красные волшебники, вроде, мне кажется, тут где-то. Это где-то на востоке, да, наверное? Не знаю точно. На юго-востоке. Ты ничтожество, дитя, и скоро от тебя ничего не останется. Я вообще про Зентарим подумал. Ну, про организацию. Реально какие-то не поехавшие. А почему они вообще сидят здесь? Ну, это, это резерв допельгангерский. Какой-то может быть дисбат для допельгангеров? Хал. Украсть особый эликсир Халла, да? А потом скормить его коралам. Ты будешь проклинать тот день, когда мы встретились, Холмс. Он стукнул Халида. Изумруд выпал из него. А там видишь, там еще один труп всегда лежит рядышком. В комнате, по-моему. Да? Тут даже целых три. Ну, Джон да. Далар. Думаешь, сможешь одолеть меня? Да, попробуй взять меня сейчас. Ничего, посмотришь. На. О, тут ящичек. Заперто. О! Там светок. Развеять мои. У меня такое же есть, я сейчас присылку куплю. Так, ну, неплохо. Давай по центру пройдусь. О, вот он. Ловушка. А второй пропал теперь уже. Теперь ДДР пропал. Да ёпта, но он где-то рядом тут был же. Вот еще во вторую комнату мы вместе заходили с ним вроде. А куда вообще теперь идти? Слушай, да, они, по-моему, застревают в проходах в этих. Ну там дальше проход есть, в другой стороне этого зала. Так, а где DDR-то? Вот он тут. А. Ну, наконец-то нашли их. Эй, ты идешь, пес? О, наконец-то все работает как надо. Так, давай сохранимся. Давай, я даже под слотом другим сохраню. Опа, Эльминстер. Холмс, прошу тебя, прекрати это безумие, дитя. Ты пятнаешь эти залы кровью невинных. Я не могу позволить этому продолжаться. Что, можно сказать ему «умри, пес»? Объяснись, раскрой. Ну, конечно, допельгангер. Сразу можно в челюсть ему дать. Так, Эльмин, так. Стойте, где стоите. Один из вас носит лицо моего приемного отца, знаешь, что он мертв. Опа. Раскрывай свою истинную натуру, допельгангер. Ты такой же Эльминстер, как я, Дроу Дзирт. Объяснись, если я вижу, что у тебя шевелятся что-либо кроме групп, то я убью тебя на месте или умру, пытаясь это сделать. Да, ну, мне первое, на самом деле, больше нравится. Реально, что ли, Гарион ну, стоит давай. Рядом с ним? Походу. Так. Ну, слева. Да, похоже. Проснись, мой адаптированный ребенок, говорит. Все хорошо, Холм, все в порядке. Я не умер той ночью. И не умер потом. Тот клинок, который, по твоему мнению, сразил меня, был обработан магическим ядом. Он оставил мою душу и разум живыми. Вот заливая, так как. Но заключенными в теле, что выглядело мертвым. Человека, которого тебе довелось увидеть той ночью, зовут Саревок. Так, и в течение прошлых трех дней он находился в крепости под перевернутым именем Каверас. Тетарил следил за ним, но мы по своей глупости не подумали, что с ним могут быть и другие. Пожалуйста, дитя мое, я слишком любил тебя, чтобы потерять сейчас. А может нападем на них? Тетарил. Вот этот нас спас как раз. Мы с Эльминстером какое-то время подозревали это. Когда Саревок удалился из своего логова, Эльминстеру наконец удалось обнаружить твоего приемного отца и доставить в безопасное место. Ага. Прости меня, Холмс, мне следовало рассказать тебе это раньше. Но должен ли я был возродить в тебя надежду лишь для того, чтобы потом снова обратить ее в прах? Не настолько еще зачерствело мое сердце, чтобы я был способен поступить так.
пожалуйста, дитя, спрячь оружие, смири свое безумие, пойдем с нами, и тогда наконец-то ты будешь в безопасности. Альминстер, уведи меня из этого ужасного места. Так, зеркальное отродье, ты такой же Альминстер, как я, Дрист. Ты говоришь, эти стены запятнаны кровью невинных, а кто же тогда преследовал меня по этим проклятым залам, повторял мое имя голосами тех, кто когда-то был мне знаком, если то, чтобы приблизиться ко мне вероломно напасть? Ну, третий вариант я предлагаю. Они все хотят нас сына убить, потому что мы эти. Ради всего святого, Холмс, что случилось с твоим разумом? Мы становимся дуршлагами, вот что. Если тебе кажется, что тебя преследуют, твой старый друг Дреппин лежит запутанный в собственных кишках, а глупая Флидия прибежала сюда, чтобы по-матерински обнять тебя, и валяется изрубленная словно монстр, которым она почудилась тебе. Не иначе у богов не осталось никакой жалости к нам, несчастным смертным. Да ну нафиг. Ура, драка против Гориона. Глупцом я был, старым и немощным, раз позволил этому случиться. Вот он я, Альминстер, высокомерный, подталкивающий, подгоняющий, никогда и ничего не делающий. Могущественнейший маг всех королевств, низведенный до роли презренного кукловода. Мне кажется, настоящий Альминстер бы так не говорил. Слушай внимательно. Ну, такие обычно не признают, что они бездеятельны на самом деле. Слушай внимательно, Холмс, с помощью доппельгангеров и мощной армии Саривок окружил тебя бесчисленными и жуткими иллюзиями. Не знаю, смогу ли я вообще проникнуть сквозь них и достучаться до тебя. Пришло время для смелого шага, дитя. Тебе надо отвергнуть эти гнусные иллюзии и позволить нам вывести тебя к реальности, где Саривок смертен и уязвим. Я мечтаю лишь о теплой постели, я иду за тобой. Это безумие, пусть он останется со мной. Если будете сейчас, я не буду пытаться вас убить. Ну, второй вариант, он как бы дает им шанс свалить. А я на самом деле их не верю. Им, ну, типа, что это? Ну, отвечай как... Они реально были доппельгангеры же? Потому что вот эти два гнома-то почему они? Они тоже видели доппельгангеров? Ну да. Нет. Может, они сами доппельгангеры просто настолько поехавшие, что поехали два раза. Ладно, если это безумие, пусть оно и остается со мной. Если идете сейчас, я не буду пытаться вас убить. А, так значит, плотская тварь. Сходи с ума, если желаешь, и почувствуй скрежет наших когтей в своем сознании. Ой, а там кажется маг. Мне надо чем-то там большой доппельгангер, да. Мне, кстати, интересно, если согласиться пойти с ним, то что будет? Они нападут тоже или убьют просто сразу? Так, что им туда кастануть? Может, с... Надо валить на мага сейчас. Сейчас быстро убьем. Может, на него замешательство сделать? А у него защита, скорее всего. Ну, это с посоха у него. Или череп-ловушку. Нет, из посоха постреляю в него тогда. Я тюкаю левого доппельгангера. Ну, давай. Я буду с магом готов. Надо лучников на мага натравить. Главное. Ну, я Халидом могу достать лук тоже и стрелять в него. Ну, так. Нет, ты лучше бей ближний. Окей, я нужно. Бью левого. С нами тем более гном есть, ты главное их что-то убить. Да, гномы. Дидяр уже бежит в бой. Да. Арканец лучник, дворф лучник такой. Да, прикольно. Ну, я готов. Я тоже. Вол? Да. Как он ускорился. Так, арка, аккуратней. О, крит по нему прошел. О, отлично. Вот Дедар его убил. Так он дальше побежал. Побежал. Нет. Так получше. Че они бегают-то как ненормальные? Сохраняюсь. Воу, не лезь сильно. Лезь чуть-чуть. Так, мне кажется, тут может тоже что-то, типа ловушек быть. Они за Холмсом бегут, видимо. Да, за Холмсом. Давай. Винтроп.
Пропало чувство юмора, да? Ага, я слышал, как ты рассказываешь всем своим ничтожным друзьям, что старый Винтроп время от времени страстно желает какую-нибудь маленькую эльфийскую задницу. Эй, иди-ка сюда, моя милашка, уж сумею тебя переубедить. Нет, Винтроп. На тебе. Не знаете, еще вспомнилось, где-то уже в офисах Железного Трона, во вратах Балдура, там эпизод с одной какой-то посланницей, там же они как бы посланников, да, с разных стран встречались, что можно ее либо предупредить о своих подозрениях, либо сохранять это, легенду и не выдавать себя. Вот, я так подумал, что Baldur's Gate довольно-таки взрослая игра. То есть можно даже почувствовать себя ответственным за это. То есть, мы как бы не предупредили. Да, да, вот в том-то и дело. Жизнь той посланницы на нашей совести осталась, можно сказать. Ну, конечно, то, что это в игре, и тут и так много событий всяких происходит, но особого внимания этому не уделяешь, но все-таки. В какой еще игре такое бывает? Ну, наверное, бывает, но не так уж и часто. Как-то воспринимается это не так все. О, проход на следующую локацию. Кстати, я думаю, можно тоже закругляться уже. Можно. Давай. Пройти, проверить, что там, да, сначала, и закругляться там уже. Ну, чё там, чё там? О, естественные пещеры. Ну, я предлагаю тогда вот на этом прям сейчас закруглиться и с чистого уже листа, так сказать, с новой серии начать исследовать это все дело. Да. Ну что ж, дамы и господа, тогда спасибо за внимание. Канал Благородных Серов, Baldur's Gate, Рандор, Валинард, Холмс. Всем пока. Пока.